Так, Ладно. я кусить сегодня покажу, как делать очень интересную штучку на пасхальную тематику. Кстати, скоро Пасха. Нам понадобится туалетная бумага или салфетки, любые фломастеры, степлер и ножницы. Еще нам понадобится водичка любой емкости. Что, давайте я вам скорее покажу, как ее сделать. Нам нужно от туалетной бумаги оторвать небольшой кусочек. Вот. Потом вот сложить пополам, чтобы склеенная часть была вверху. Теперь нужно нарисовать яичко. Все, у меня получилось вот так. Теперь нам все это надо вырезать. Вот ток верхнюю вот эту часть без клея мне надо отрезать. Теперь раскрываем. Вот, вот так раскрываем. И теперь на любой одной части рисуем какой-нибудь рисуночек фломастером. Татьяна, немножко выше ручки. Александр. Понял, понял, выше, выше. Продолжаем. Просто не хочу, чтобы меня поправлял. Можно нарисовать абсолютно любой рисунок. И это подделка из подручных средств. Вот у меня вот так вот получилось. Такое вот нелегкое сердечко. Теперь обратно мы складываем. Вот с этой стороны так, а с этой стороны ничего не видно. Теперь берем нашу емкость с водичкой и опускаем. Хотя бы покажу. Вот так вот получилось. Вот так вот у меня получилось. Вода немного покрасилась, но можно взять другой просто фломастер. Ну что, вот такая вот у меня поделочка получилась. Можно рисовать абсолютно любые рисунки на яичках. Вот она размокла у меня. Ну что, вот такая поделка у меня получилась. Если вам понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.